были, внутри, были люди внутри, но, насколько я понял, они ну, сами не знают пока что, какое решение примет судья. Она сейчас принимает, да? Да, сейчас как раз судья принимает решение по данному вопросу. Он удалился в драчу гимнат. Представьтеся, будь ласка. Будь добр, фамилия, имя. Представьтеся, будь ласка. По законодательству Украины при первом требовании должны объявить вашу должность, вашу фамилию. На каком основании меня набрали? Покажите удостоверение. По законодательству Украины при первом требовании гражданина Украины вы обязаны предъявить вашу удостоверение. Будьте добры. Что? Что? Я хочу услышать вашу фамилию. Поясните, пожалуйста, почему вы... Кому? Мне. Всем покажи. Вы обязаны предъявлять их по требованию. Вы на службе. Что не надо? Предъявите документы. Кто на ударе? Все зафиксировано на видеоплёнке. Он сказал, ты, сука, бык, что, давай потолкаемся и подумаем. Я отвечаю, такое было. Будь добр. Зафиксировано. Зафиксировано. Прокуратуру надо идти. Все зафиксировано. Будьте добры, предъявите свои документы. Будет ли запись нам показана? Снимите на видео. Фамилия, мощность и звание. Какое должность какая? Будьте добры, сфотографируйте. Я не запомнил. А я не увидела. Я же это думается. А ну вон отсюда быстренько пошли. Здесь под твоими ногами. Что ты заявление, гражданочка? Да что ты будешь мне рассказывать? Мы сейчас находимся на территории. Да мать себе туда, на родину. На родину, вот твоя, на родину. А закрой свой рот, вонючий. На родину. Посмотри. На родину, девушка, на родину. Такая деловая корпуса. На родину, мой свой рот. Что вы не вышли? Не надо так вытрещивать глаза. Я еще бендеровца здесь не... Воровка, в морду нажрала, смотри, какая лопнешь, сволочь, воровка. Как ее прилили, поработала. Видишь, как он ее берет, что за плечи. Решила попиариться, вот он, например. Да, пусть они тогда здесь еще сделают это, как его. Не доведено, що Пекарюк переховується або буде переховуватись від органів досудового слідства. Також слід зазначити, що Пекарюк добровільно з'явився до суду. Клопотання слідчого про необхідність обрання відносно Пекарюк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не вмотивовано належним чином, на думку слідчого судді, тому слідчий суддя залишає його без задоволення, оскільки ризики, передбачені статтею 177 КПК України, що підозрюваний Пекарюк може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, не доведені і носять ймовірний характер. Судьи решили, что я хороший человек и не за что меня задерживать. Справедливый суд? Справедливый. Отпустили домой, да? Они вообще не видят обстоятельств, по которым меня можно задерживать. И судья, там по камере видно, он намекает, что он нас поддерживает и говорит, как вас можно хорошо... Видно, он проникся законом, да? Да, доверие, возврате доверия к суду. Да, да, да. Вот он подумал, что нужно вернуть. Закон иллюстрации жизни. Менты спрятали все альфаторы в округе. Нет, не альфаторы, не вообще. Я тебе серьезно говорю. Я фатри, надо свой, надо свой уже какой-то именной альфатор. Кармальный, да? Кармальный. Так что, вы подписал закон?